Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить Грайм. Немножечко мы, соответственно, сделали паузу, посмотрели новые игрушки. Думаю, что 12 минут мы все-таки будем проходить. Мне она как-то заинтересовалась. Ну, а сегодня продолжим исследовать то, что не исследовали в прошлый раз. Какая-то здесь тюрьма. Я сделал, соответственно, вывод следующий, что они сюда какие-то дары приносят, вот это вот все. Блядь. А ты чё не... Держи. Ты дурак? У тебя что с прицелом? А я думал, ты вот этот здоровый, жирный, он это... Все того. Блядь. Ой, как не хочется опять умирать-то. Так. О чем это я? Я о том, что, типа, здесь какой-то вообще темницы, тюрьмы. А вот. Давай, все. Это наше. Окей, тут подъемник. Почему? Кто-то там кричит. Ага, давай. Еще. Еще. Так, еще два слуга. И замочали, засосали, тоже не могу. Ага. Хорошо. Так, а ты это, драться будешь со мной? Не, не будешь. Надо со мной драться. Так, тут мы, значит, осмотрелись. Направо мы больше не пойдем. Мне кажется, должен быть еще какой-нибудь двойной прыжок. А, еще и спуск вниз. Окей. Мамы. Тут, блядь, что звенит? Ой. Ой. Подожди. Я так аккуратненько прошелся, посмотрел. А что здесь? Я просто... Сидит он, блядь. Хорошо. Так, два варианта. Вниз. И вариант вперед. Я понял, подожди. Ага. Да ты тупой. Ой, ничего мне не говори. Давай потратим наши очки. Давай вот для начала вот так.
И что остается, мы с тобой... Ну, давай в жизни. Здесь-то что интересно? Что здесь можно мы прокачать? После притягивания врага весь наносимый урон... Так, притягивание это типа, я понял, уничтожение предыдущего вместилища, вот это бы неплохо. Регенерация выносливости, хуй знает, короче. Из жертвы уничтоженной непоглощением выпадает мелкое облако дыхания. Непоглощением. Блин. Отбитые снаряды наносят на 25% больше урона. Стойкость увеличивает максимально. Да блин, надо еще что-нибудь кого-нибудь наловить. Неохота тратить, нет. Знаешь, что хорошо? Хорошо в этом... То, что когда ты умираешь, вот эти вот осколки, назовем их так, они не тратятся. А тратится вот эта вот набранная херня. Она, конечно, может быть очень важна, но в целом не критична. Так, этих сейчас двоих я там про... Да, короче, этих двоих пролетаю. Не вижу я смысла с ним еще раз махаться. Давай. Так, я хочу разобраться вот с этой хуйней. Так, не здесь. Почему он туда не залетал? Залетел. Хорошо. А внизу смертный, да? Окей. Стой! Да здравствует элемент платформеров, мои любимые. Окей. Окей. Да? Смешно, блядь, да? Так, я непонятно. А ты почему разрушился-то? А как? Так, каким-то образом... Не, назад. Ну-ка вниз. А он чё, куда он делся-то? Так, а тут он проедет? Да, окей. Все. Поехали. Бля, серьезно. Я же норм... Это... Нет!
Почему он иногда не всегда у меня захватывает цель? Ну ладно, ладно, хуй тогда. Тут мы разобрались, как действовать. Там надо будет подпрыгнуть. Все. Нам сейчас куда-нибудь дойти, главное. Мы там сейчас прыгнем с тобой, и все у нас будет в шоколаде. То есть мы делаем так. Блять, ты что, дурак? Наркомания, ёбаная. Это реально напряжно. Я же вроде нормально все делаю. Тут у меня нормально все получается. Че, бля, не так-то? Нужно позже прыгать. Немного задергался глаз. Но, по крайней мере, мы набьем руку. Я, кстати, не успел посмотреть, что там будет. Потому что я очень сильно наблюдал за платформой. Вниз, пожалуйста. Давай мы подхиляемся. Прыгнуть прям чуть-чуть позже. Или раньше, наоборот. Надо. Этот момент будет обрезан, наверное, потому что это, бля, жесть. Короче, там нужно успевать, как я понял. Там где-то молния. По лестнице успеть пролезть. Почему-то он, ну, давай не будем на него валить. Он старается. Я не успел залезть на лестницу. Почему-то здесь, когда не надо, он на лестницу залезает, блять, за милую душу. Когда надо, ебал он ее в рот. Он упадет на мины. Так, не умираем. Ёха. А чё там внизу? Я просто сдохну уже. Плоть дарует голову. Пацаны. Я...
Опа. Держи. Сейчас как тебе? И злой, блядь. Ты же не прыгай. Мне просто сейчас с ним махаться вообще никакого смысла нет. Ладно. Я тебя запомнил. Если я сейчас найду камень... то я вернусь к тебе. Сейчас главное не сдохнуть. А, я нашел, я увидел. Это правда не камень, но я нашел. Дверь. Есть. Так, тогда мы с тобой что делаем? Мы с тобой едем вниз. Хиляемся. И мочим этого ублюдочного. Забираем у него кристалл. Его бы тоже было бы, конечно, неплохо бы поглотить еще. Фух, кружок мы навернули. То есть это было обязательно. Я думал, это какая-нибудь типа дополнительно секретная локация. Можно побыстрее, пожалуйста? Окей. Все, мы выходим. Пойдем-ка завалим его. Поехали. Мне интересно. Мне интересно. Ну, наверное, вряд ли с моей скоростью мы сможем убить босса. Точнее, убить, найти босса вообще в целом. Сейчас еще на этого посмотрим, кстати. Ну, в том плане, если он не быстрый, я думаю, что, в принципе, у него таких же два меча, как у нас один. Если он не быстрый, то можно его, конечно, разобрать. Его в любом случае надо сейчас разобрать. Хуяк, хуяк. Ну, немножко, но ладно. Выносливый закончился. А типа, слушай, он, кстати, на меня не сагрился. Нихуя. Он прыгает. Эй, бля. И как? У него, бля, очень сильные удары. Прям пиздец, какие сильные удары. Ох-ох-ох-ох-ох. Видишь, какие гады? Гады, блядь. Не, ну давай, чё? Вообще, в целом, подумать, чё у нас ещё есть такого из расходников? Живая плоть. Раздавить, чтобы укрепить вместилище, на время увеличивает регенерацию, выносливость на 50. Давай вот. Ну так, чисто. О, там видел это? Бля, он так, он настолько быстро просто подпрыгивает, что я не успеваю. Нет! Блять. Ну,
торговать с тобой, да, можно. Зубы там всякие он продает. Я не хочу с тобой торговать. Я хочу умереть. Все, да, я хочу умереть. Я поторопился, рано спрыгнул. Ой, блин. Какие же тут вот эти все, блядь, мини-боссы стали жесткие. Они, блядь, наравне с боссами. Как дам, блядь. Что у нас тут такого еще интересненького-то есть? Вот это херобор есть. Я бы вот этот попробовал, 16 на него надо. Так. Сейчас давай так, сейчас один раз мы его пробуем еще раз вальнуть. Пока. Еще раз пробуем вальнуть, если не получается, то идем дальше. Потом зайдем его. Ну, блядь, ну да, дают за него красный этот кристалл для прокачки. Ну, блядь, из-за этого кристалла сидеть 20 часов, блядь, его долбить. Я как бы не вижу в этом никакого абсолютно смысла. Но разъебать его в целом бы не мешало. Я нашел. Сука. Ну вот. Только у нас... Что у нас там, кстати? Что, кстати, еще есть? Заменить. Ой, ты что делаешь... Вместилище укрепляет. Это нам не надо. Давай нам глаз. Глаз хорошо нам. Блядь. Вот кидаться у него, заебись. Пошел нахуй. Не-не-не. Я пошутил. Так ушел? Пошел нахуй. Мы его сейчас нахуй шапками закидаем. Наверх. Один с костей нам хватит. У него срабатывает, короче, по ходу дел триггер, что я залезаю по лестнице. И он... Шел нахуй. Оп. Главное вот здесь не попасть в его зону. Зря я, может быть, это все трачу. Но у нас с ним старый счет. Он плюс там нас оскорблял, блядь. Что еще есть? А есть еще... Удерживать спиральным полем. Нахуй мне это надо. А, так, это понятно. Урон понижают. По факту
это больше 100... Да нет, придется вам кулачками добивать. Может, на лестницу даже не надо лезть. Пошел нахуй. Бля, у него дохуя хп осталось. Так, давай. А, чё там, где у нас снижает? Дурачок, блять. Отошел нахуй. И на самом деле это, наверное, минус для игры, но ну, у них хп не восстанавливается. То есть по логике вещей должно быть так. Он уходит на свою изначальную точку, и у него восстанавливается полностью хп. Это, бля, во всех играх так сделано. Кто хочет, что и делай с этим. Ну, бля, вот закидать тебе, сука, нечем. Все. Я ушел. Наверх. Бля, просто один на один он нахуй разобрал. Сука. Ебать, ты тупорез, конечно. Так. Все. У тебя тут, соответственно, ничего больше нет. Да, по полу подолбим. Может быть, здесь есть какие-нибудь проломчики. Характерные для этой игры. Ну чё, завалили его, блядь. Всё, пошли дальше. Остался без всего на свете. Никаких больше металлок у нас нет. И почему-то они больше не собираются. Ну это да ладно, хуй бы с ним. Так, полезли. Так. Это не очень сложно. Ёб твою мать! Да уж. Бля, мне вообще даже нечего сказать. В действительности, в целом, это не, блядь. Это не сложно, это, блядь, тупо. Пиздец, как тупо. То есть я трахаюсь, блядь, с этими платформами, перепрыгиваю. Припрыгнул, блядь. Их стоит там двое, и один этот с красным, блядь, стреляет. Мне еще нужно успевать смотреть за этим всем. Короче, ладно, сейчас мы с ними. Сначала с копьем, бля, вот его зачем придумали? То есть всех, в принципе, и боссов можно парировать. Сейчас. И каких-то сложных ребятков можно парировать.
А этого нельзя, блядь. Да залезь, я тебя умоляю, нахуй. Где тут чё? А, расходник. Я просто не хочу еще раз возвращаться. Так, и во-вторых. Все, пизда нахуй. Тихо. 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 Это моё. Так. Пацанов я разъебу. Мне похуй. Тихо. 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 Все делаем спокойно и по уму. Еще эти пики, блять, которых не видно. Я сейчас все, наверное, нахуй потрачу. Но я ебал. Я до следующего камня буду стараться предельно аккуратно. А что такое? Ага. Я решил проверить, вдруг там какая-то интересная ниша вдруг, а там, блять, наебка. Так, окей. Окей. Путь, значит, только один. Наверх. Их тут очень-очень дохуя. Окей. Окей. Окей, это удобно. Хорошо, минус. Щитовика. Ёб твою налево. Еще. Нихуя, ящики. Здрасте, ящики, блядь. Так, вот это чё? Бля, не буду я их использовать. Понемножку полегошку мы их ебанем. Бля, вот этот минометчик нахуй. Шустрый малый. Так, еще какая-то дверь. Сейчас написано будет с другой стороны. Да, конечно, блядь.
Так, ну я вижу только пока. Как же тебя уебать-то, мразь? Реально. Реально. Короче. Блядь. Мы сейчас с тобой. Да, ты и я. Вместе. Короче, пробегаем их сейчас всех. Драться я с ними не буду. Это надолго. Чувак с красной иглой стоит наверху и портит всю малину. Ненавижу платформы. Ненавижу платформы в платформере, блядь. Если честно, это получилось случайно. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Почему ты застрял? Это тоже было случайно. Фух, выдыхаем. А чё взяли-то? Из-за чего я упал-то, блядь? Пошел нахуй отсюда, мразь. Блядь, платформа нахуй. Можно мне камень, блядь? Спасибо. Так, чё здесь? Вижу. А чё? Да заебёте. Так, смотрим. Платформа едет прямо. Платформа... Так, нам ее нужно будет пока тащить вверх, потом... Ну как это так, блядь? Я, блядь, что-то не понимаю. Спасибо. Это как, блядь? Блять. Это... Это называется форменная, блять, подстава. А, придумал. Охуенно я придумал, блядь. Блядь, это так далеко. Но платформа нам нужна, и нам нужно его там разнести просто к хуям. Блядь.
Я просто, блядь, закипаю. Так. Сейчас действуем предельно осторожно, предельно аккуратно. Прыгаем, перемещаемся. Чувакам по возможности с красными этими иглами даем пизды. Здорово. Бля, вообще, да. Я так понимаю, конец игры еще не скоро. Боссов-то мы нет ничего завалили. Там сколько, 3, наверное, или 4 мы только убили. Фух. Это получилось весьма неплохо. Выдыхаю. Выдохнул хорошо. Так. Ну, не буду обращать на это внимание. Это как бы и не в счет. Нет, не то. Застрял. То есть по сути, по факту, мне надо на ней... Поехали. Мне на ней надо приехать. Мы сейчас заберем эту штуку и поедем, соответственно, назад. Вот кто там?
Так, а вниз получается? Хорошо. Ну засмотрелся, блядь, с кем не бывает. Иди сюда. Есть тут камень, блядь. Нужен очень, прям вот. Блять, опять сука. Не-не-не. А тут еще и маяк нужен. Сейчас давай, ладно. А, лифт. Окей, еще один этаж. Дверь. Чувствую его. Блять, платформа, ладно, хуй с ней. Нормально. Действуем. Там еще была лестница, сейчас мы спустимся. Хильнемся, залезем на нее, посмотрим, что там, потому что... Но у нас уже есть еще один этаж, который мы открыли, и я так понимаю, что, скорее всего, мы будем мучиться с ним уже в следующей серии. Ну, конечно. А что за платформа? Нахуя она здесь? Просто ж так ничего не бывает. Ладно, давай тогда сделаем так. Раз. И поедем в самый низ. Поедем в самый низ до камешка. Я думаю, что скорее всего эти моменты я не буду обрезать, потому что они как бы часть прохождения. Если кто-то смотрит для того, чтобы как типа там пройти или пробежать, что лучше как... Я видел, что сделать лучше, как и почему, то это будет, наверное, иметь какой-то смысл. Ну, может быть, какие-то несколько парочку моментов я подрежу. Так, еще вниз. То есть, да, отлично. Мы до сюда доезжаем, надо будет забрать там еще эти штуки, посмотреть, где там, куда телепортнуться. Бля, такой сложный путь наверх, он просто, это извилистая какая-то ебучая дорога. Мы сейчас дойдем, посохранимся. Но там их просто много. Но опять же таки, не так страшно, в принципе. Страшен только красный с этой иглой. С красной иглой. Но он не то что страшен, он мешает. Этих чуваков по одному разобрать и все. Ладно, это уже будет у нас в следующей серии. На этом мы на сегодня заканчиваем. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео с своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.